Видео не с подоконника, но это сайт dompryaj.ru. Сегодня небольшой обзор тех хлопков, которые у нас есть в наличии. Так, поехали. Это у нас хлопок с шелком. Это тоже он. Сейчас на видео у меня более яркий цвет. На самом деле он приглушенный. Ну, такое освещение. Ну что, вот это из новиночек марта. Мерсеризованный. Голубой. Есть такой же белый. Это вот все оттенки кремового. Вот такой вариант очень хороший для скатерти, салфеток, тугая крутка, будет долго носиться, пользоваться. Вот есть такой же оттенок, только этот хлопок мягкий. Это у нас, да, Галасси, если мне память не изменяет, а это у нас Нилов хлопок. Вот этот хлопок Нилов, это Галасси, очень хорошие хлопки, хорошо покупают с покупателями. Здесь у нас есть алый хлопок мерсеризованный, тоже очень тугой крутки. На заднем плане у нас хлопок с полиамидом в пасмах. Такой я красила, прекрасно красится. Есть вот такой хороший мягкий хлопок, белоснежный. Это у нас артикул Юма. А это шнурочек. Тоже все у нас на сайте есть. Вот из него образец. Показываю. Такой цвет шампанского. Вот тоже хлопок мягкий, оно крутко плотный, но вот на ощупь он очень мягкий, тоже хорошо будет для салфеток, кто любит, но и для простой другой летней одежды, очень хорошо. Вот вариант из него образца, например. Что, матовый хлопок есть красный, есть мерсеризованный бледно-розовый. Что еще? Есть полосатики по типу миссонит, секционное крашение, джинс молочный и темно-синий молочный. Есть вот такие толстенькие хлопки. Турецкая бирюза, голубой, мята, шоколад. Можно вязать смело на спицы, хоть и мягкие. Вот из них образцы. Такой, такой. А это такой фактурный круткий хлопок. Тоже есть у нас на сайте. Желтенький цыплячий. Старое золото. Два варианта. Вот такой крутки хлопка. Очень плотный. Дай бог памяти. Это у нас хлопок Софил. Вот такой зеленый. И такой кораллово-оранжевый. Показываю. Это у нас артикул Устика. Все есть на сайте в разделе «Пряжа с хлопком». Так что, пожалуйста, выбирайте и приятного вам вязания!